В учебных заведениях региона проходят открытые уроки с депутатом, посвященные юбилею Архангельской области. Школьникам рассказывают о событиях, людях и самых ярких особенностях региона. А еще задача такого урока – понять запросы и интересы молодежи. У нас яркая, активная, умная и перспективная молодежь, и обязательно нужно их слышать их запросы, отвечать на них и понять, что им не хватает для того, чтобы оставаться в Архангельске, жить здесь, развиваться. Ну и, конечно, таких ребят нужно обучать, становиться их наставниками, ну и, наверное, вести их в большую жизнь для того, чтобы они были достойными жителями Архангельска, смогли быть полезны своему городу и его жителям. Уроки, посвященные Архангельской области, будут проходить и дальше. Юбилейная дата стала хорошим поводом, чтобы еще больше рассказать ребятам о их малой родине.